Всем привет! Продолжаем подготовку к походам новым в этом году, которые будут в 2017. И вот недавно был приобретен вот такой вот противомоскитный костюмчик ивановской фирмы, ну ивановского пошива. Значит, что входит в комплект костюма? Куртка, ну и брюки. В общем-то, брюки ничего особенного себя такого не представляют. Снизу резиночки обжимают ноги. Ну, ремень уже я просто сам вставил. Штаны на резинке, имеют два кармана на пуговицах сзади. В общем-то, удобно, легко одевается. Вот таким вот макаром. Ну, можно, конечно, без ремня, но я думаю, что в походе ремень нужен. Поэтому лучше с ремнем. Вот. Вот эти проушины для ремня сделаны довольно широкие. Поэтому влазит широкий ремень. Раньше я носил бундесверовский костюмчик. Там вот эти проушины, они только под узкий ремень подходят. Здесь есть возможность одеть довольно широкий ремень. Так, куртка. Значит, на ней имеется капюшон с такой утяжечкой, если надо поменьше, побольше сделать. Рукава вшиты манжеты. Ну, мне кажется, это удобно. Вот. Что еще? Есть нагрудный карман, тоже на пуговках. Вот. Молнии, пуговиц никаких нет. Снизу, кстати, идет резиночка с такими утяжечками, если можно. Надо, то можно сделать, поутянуть поуже, пошире. Одевается он через голову. Вот таким вот образом. Вот. Довольно удобно. Ткань, конечно, брезентовая, но она довольно тонкая, дышащая такая. Капюшон тоже на утяжках, можно поутянуть. Здесь вот кармашек, значит. Но самое главное, это то, что можно закрыть лицо. То есть вот здесь вот убирается в специальном клапане в таком. Москитная сеточка. Она на молнии. Вот, застегивается. По капюшону. Правда, если честно сказать, не особо удобно. Ну или может быть просто пока новый, слежавшийся. Поэтому не сказать, что особо удобно. Ну, собственно говоря, часто и не надо это делать. Достаточно там. Застегнулся и сидеть у костра или идти. Вот, застегнул я москитку. Как бы вполне так-то удобно, нормально. А самое главное, что через эту москитку довольно легко дышится. Как-то было дело. Мы пробовали носить такие шапки, тоже с москитными сетками. Так вот, в этих шапках, когда москитку опускаешь вот сверху, дышать практически невозможно. Это когда ты просто сидишь, дышать практически невозможно. А если ты идешь с рюкзаком, который, как говорится, как известно, весит немало, то получается, что вообще не продохнуть, задыхаешься в этой москитке. И поэтому носить ее невозможно. Вот эта москиточка мне очень понравилась. Ну, очень довольно она удобно сюда убирается. То есть не болтается ничего нигде. Мне костюм очень так понравился. Ну, поносим, походим, будет видно. Так, в общем-то, больше добавить вроде бы по костюмчику нечего. А, да, цена костюма 950 рублей. Покупали мы ее в спецодежде. И вот эти костюмчики в спецодежде брали. Ивановского производства. Ну все, всем спасибо. Подписывайтесь на канал. Ждите следующих видео.